Давайте поговорим о том, как у нас сегодня происходит подключение. Ну, конечно же, у каждого человека в кадре вы видите микрофон. Это первые три канала. Естественно, что вокал будет записан на тот же микрофон, в который говорил Андрей, но гитару в этот микрофон мы писать не будем. Гитара у нас приходит в линию уже на четвертый канал. Мы воспользовались DirectBox'ом, подключили гитару сначала в D-Box, а оттуда XLR-проводом зашли в MixCast. И помимо двух гостей у нас есть и третий гость. Позвольте, я его выведу, и мы сможем поприветствовать его. Василий, здравствуй! Всем привет! Здорово, Алексей! Друзья, это наш звукорежиссер нашего канала Василий Кузнецов. Мы с ним сейчас разговариваем по беспроводу, не используем никаких проводов. Телефон подключен сюда по Bluetooth, ну, как к беспроводной колонке. И голос Василия мы можем слышать, ну, я слышу в своих ушах, вы, наверное, слышите в своих колонках. Василий, как бодрость духа, как настроение? Вижу, мы тебя застали в дороге. Да все шикарно, спасибо, да, вот еду, слушаю ваш замечательный подкаст. Специально для тебя записываем. Слушай, но если по-серьезному, скажи, по качеству звука как тебе? Нету какого-то двоения, эхо, чего-то такого, артефактов? Да не, Леш, все супер, звучит все круто, никаких посторонних проблем нету. Все четко и клево. Отлично. Для этого мы и проводили этот тест. В принципе, на живом примере поняли, что эта вещь работает и ей можно пользоваться. Василий, ну, с тобой я не прощаюсь. Предлагаю остаться с нами на нашем подкасте и послушать, что ребята нам сейчас сыграют. Давай, спасибо, Алексей. Круто. Ну что, парни, зажжем? Ты открывал ночь, все, что могли позволить, маски срывал прочь, душу держал в неволе.